Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем канале, на своем бьюти-канале. Меня зовут Наталья, я делаю обзоры, сводчи своих покупок, все, что мне нравится, где что я покупаю, я делюсь со своим зрителем. Итак, сегодняшний мой обзор – это распаковка заказа по каталогу 16 компании Faberlic. Вот такая вот коробочка пришла ко мне, буквально я ее забрала. Все мое богатство. Сейчас мы будем с вами как раз и рассматривать. Вот чек. Заказ большой. Будем смотреть. Итак, что же я приобрела для себя, для своей семьи. А мне очень понравилась коллекция эко-посуды. А вот такого цвета. У меня есть блюдо, и я использую его в холодильнике. Просто вот кладу какие-то продукты на это блюдо. Еще вот я как раз к этому же заказала тарелочку. Вот такую тарелочку, чтобы использовать. А не фарфор, чтобы вот использовать для холодильника. А вот такую вот эко-тарелочку. Мне они очень понравились. Поэтому у меня есть разделочная доска из этой же серии. И вот сейчас принесу, покажу, минуточку прерву. Что самое интересное, оно изготовлено, а здесь написано 45% это волокно пшеницы и 55% это полипропилен. Вот если видно. Ну, наверное, так-то не видно, будет зеркально. В общем, размер тарелочки 20 на 20. Итак, из этой же серии вот это блюдо, про которое я вам говорила. И вот разделочная доска. То есть я ее активно уже использую. Режу на ней. Видите, полосочки все от ножа. Вот. И как раз таки я взяла в комплекте круглую тарелочку. Вот. Это для дома. Еще для дома мне пришла вот так герметично упакованная. Это крышка. Давайте мы ее откроем. Завернута она в пупырчатую пленочку. И вот она, крышечка. Крышечку я взяла для... Крышка универсальная. Это 18 на 20 и на 22. Артикул у нее, сейчас скажу. Артикул 39, 20, по-моему, 13. Мелко написано, ну, в общем, вот так. Я покупала сковороду. Сковороду Faberlic. У меня есть видео в сводчах коротенькое. Я вам его сюда вставлю и покажу. Faberlic Home. Вот она, сковорода. Как раз у нее диаметр. Это маленькая сковорода. Я брала ее, вот, чтобы небольшая, не средняя. Вот именно малая. Иногда очень хорошо что-то там, яйцо быстренько зажарить, поджарку какую-то сделать. И все сковородки, скажем так, они продаются без крышки, так же, как и в магазине. Поэтому крышка идет отдельно. Она идет универсальная, как я и сказала, на диаметр 18, 20 и 22 сантиметра в окружности. То есть смотрите, как у нее здесь вот идет резьба такая. Вот это 18, вот 20 и 22. То есть на стандартные сковородки, которые продаются в Faberlic, она как раз таки и подходит. Вот смотрите, вот 18 и 18. Она плотно садится. Вот эти вот краешки остаются, которые подходят 20 и, соответственно, 22. Но здесь она, вот она герметична. Видите, она встала очень удобно. То есть вот я как раз себе и взяла эту. То есть следующая сковородка, например, которая будет идти диаметром 20, она тоже будет подходить. То есть уже будет, я считаю, что очень удобно. Такая универсальная крышечка. Раз, сразу и закрылась. Итак, вот это для дома. Это крышка у нас. Что еще здесь будем, давайте смотреть. Пакетик у меня. Пакетик. Что я здесь делала? Это чай. Чай-детокс. Травяной сбор. Чистота и легкость тела. 100% натуральный продукт. Вот так он выглядит. Хитраем. И вот состав. Что у нас здесь идет? 100% натуральные травы. Контроль
технологии выращивания и комплексная поддержка организма. Ну да, вот в каждом пакетике, то есть здесь 21 пакетик отдельно взятый, в каждом пакетике оптимальное количество того, что нужно организму. И что у нас здесь идет? Давайте будем смотреть, потому что все мелко. Итак, травы, мяты, побеги. Побеги тут, чего, аквинки, вот, кора. Кора. В общем, состав здесь богатый. Кора, в общем, алтея, цветки, пижмы. Что у них здесь есть? Трава хвоща, александринский лист, побеги, амелы. В общем, видите, какой состав большой. Для очищения. В общем, это все для очищения организма. Я взяла 31 грамм и код продукта 15771. Артикул 15771. Вот такие вот чаи травяные. Их очень много и всякие разные. Что вот? Вот это мои любимые щетки. Силиконовые зубные щетки. Сейчас где-то еще одна должна быть, по-моему. Сейчас я тут ближе не найду. А может быть, я и две их оставляла. Наверное, две. Ну, пока вот начнем вот с таких. Да, наверное, две я их оставила. Было много, но я потом чуть-чуть убавила, потому что в следующем каталоге все равно делать заказ, и они есть. Вот это вообще мега щетки, которые я полюбила и которые вообще я встретила. Никакая даже на батарейках щетка с ними не сравнится. Настолько они удобные, настолько они хорошо прочищают. И сама вот эта вот у них щетинка, она не лохматится, она не разъезжается вот в разные стороны. Мягкая, прекрасно. Прекрасно-прекрасно прочищает. И вот я говорю, не лохматится, не крошится, ничего. То есть вот мега щетки. Я их очень полюбила и постоянно их уже теперь беру. Поэтому можно, я могу оду им петь бесконечно, потому что супер зубная щетка, которую вообще я встречала на сегодняшний день. Вот силиконовая зубная щетка. Сейчас скажу, у желтый артикул 11315, а у бирюзы 11319. Вот они подходят, что для детей. Ну, как для детей, я имею в виду те, кто уже вот пошел в школу. У меня ребенок, например, пользуется. Для подростков это однозначно, для младших классов тоже подходит. Ну, индивидуально, знаете как, по размеру вот этой вот головки, если ребенок говорит, что ему там много, то тогда, конечно, детскую щетку покупаем. А если ребенку комфортно вот эта вот взрослая длина головки, то тогда, конечно, можно смело все прочищает на ура, просто зубки хорошие. А что еще по акции я купила? Прокладки, гигиенические женские прокладки, которые были по 115 рублей. Обычно они по 250 рублей, а здесь была акция по 115 рублей, я их взяла. Итак, у меня есть в шорте короткое видео, где я показываю, как выглядят прокладки изнутри. Вот из этих, из всех наборов, три вида я сейчас сюда, конечно же, вставлю. Вставлю ссылочку на это видео, и вы сможете детально посмотреть и узнать. Итак, это на каждый день упаковочка маленькая. Это идут дневные розовые, а это, соответственно, ночные прокладочки. На обороте все написано, как и что. То есть вот она, да, вот она дневная. А это у нас последняя, ежедневная. Это средняя. Ночная выделена. То есть все тут показано, как обычно, с анионовым чипом. В общем, шикарные прокладочки, которые я, собственно говоря, взяла. А взяла свою любимку. Я очень люблю двухфазные средства для снятия макияжа с глаз. Это уже у меня не первое. И тоже есть у меня видео в шорте,
коротенькое, где я показываю, как пользуюсь и какое вообще это средство. 1242 код из серии кислородной косметики Axialodge. Вот она, видите? На это можно бесконечно смотреть, когда вот эти пузырики маслянистые вместе с жидкостью соединяются, и получается, вот смотрите, какая прелесть. У меня сейчас как раз заканчивается, буквально вот сегодня последний день, и все, и новую начну. Вот из этой серии купила. Взяла себе салфеточку для кухни. В общем, для кухни здесь тоже много всего. У меня есть салфеточка для мытья стекол, зеркальных поверхностей. Потом есть универсальная с уголком зеленая. И вот я решила взять на пробу себе салфетка для кухни из микрофибры из серии Home. Да, легко удаляет сильные загрязнения, подходит для любых поверхностей, двусторонняя. Меня мои консультанты нахвалили, купили, нахвалили, сказали, надо брать. И я, конечно же, по опыту, их опыту, что они купили уже и протестировали, я решила тоже взять. Вот так она выглядит, салфеточка. Такая маленькая, желтенькая. Еще и здесь вот есть такая пипочка, на которую можно повешать. Да, очень интересная у нее текстура такая, здесь мягенькая, здесь такая вот прям волнистая с оборотной стороны. Вот такая вот салфеточка. Так, что у нас с ней? Артикул 11524, желтая универсальная салфеточка из микрофибры. То есть вот для кухни вообще удобный размерчик, небольшая, очень компактная. Зеленая вот, которая у меня, та большая, я ей пыль протираю дома, которая с уголком идет. Вот, а это, конечно, вот для кухни самое то. Сейчас покажу зелененькую с уголком, чтобы было не просто так говорильня. Итак, вот это вот я имела в виду, зелененькая с уголком салфеточка. Вот он уголочек, на который также она подвешивается. Но видите, она большая. Да, вот если вот для пыль я хорошо ей протираю. Она большая и ей удобно. И вот посмотрите, для кухни желтенькая, да, для сравнения, какой размер, совсем большой, совсем другой. То есть ее очень удобно для руки, раз взял и протер. Вот, и из этой же серии салфеток по уходу за домом у меня есть супер салфетка. Ну вот она у меня рабочая, такая рабочая, видите. Это салфеточка для стекол, мне очень нравится. То есть не нужна никакая жидкость для стекол, просто берем... Мочим салфеточку, я покажу, как это потом делается, специальное видео сниму. Мочим и мокрой, прям влажной салфеткой протираем стекла на несколько раз, на два, вот я на три раза. И все, никаких ни разводов, ничего нет, и никакого специального средства для мытья стекол не нужно. Просто протер и забыл. И зеркала точно так же я протираю, мне она очень нравится, поэтому салфетки здесь, конечно, суперские. И цена. Цена очень приятная, не буду называть компанию, которая славится своими салфетками, наверняка вы все слышали, но там заоблачные цены, поэтому у меня девчата, консультанты, кто попробовал те салфетки в той компании, сказали, что в Faberlic прекрасные салфетки, и цена на них в два раза ниже, чем в той компании, поэтому они здесь, конечно же, и покупают, и я здесь покупаю. Следующую я взяла также из губка ластик. Белая губка ластик. 11042. Вот. Для поверхностей. То есть у нас идет, ею можно твердые поверхности. Но я купила для ванны. Чисто вот ванну, можно плиту ей это протирать, обрабатывать. Ну, такие вот... твердые поверхности, которые у нас есть, и мы с ней работаем. Универсальный помощник для наведения чистоты. Что у нас здесь написано? Не требует использования каких-то химических чистящих средств. А вот это интересно, будем пробовать. Без средств будем пробовать. Вот, например, как салфетка для стекол, да? Там тоже не надо никаких дополнительно. Удаляет грязь, жирные пятна, налеты, без разводов. В общем, буду тестировать и с вами делиться, друзья мои, покажу. Она беленькая. Вот она, беленькая.
пупырчатая такая губка ластик. Следующее, что я взяла, все, конечно, хорошо так упаковано. Видите, аккуратненько. Ах, я взяла кондиционер для белья из серии Гном Гринни. Гринли. Так, а у меня здесь какой? Восточный микс, натуральный восточный микс. А вообще серия Гринли и порошки, и кондиционеры предназначены в основном для умягчения жесткой воды. Вот у кого в регионах вода жесткая, вот те, конечно, очень поймут прелести вот этой серии. Вот я беру такие. Я беру разные кондиционеры, и из арома кондиционеры, которые чуть подешевле по стоимости, чем Гринли. Но вот для жесткой воды я испробовала. У меня был кондиционер полностью, по-моему, не восточный, другой был, цветочный, по-моему, микс был. И мне понравилось, как действительно полотенца махровые, потом после него и все белье мягкое становится. И после обычного, вроде как кондиционера, есть умягчение. Но я этого заметила, конечно же, на махровых полотенцах. Вот с теми там всегда проблемы. Поэтому я купила опять. И он очень густой. Он очень густой по сравнению с обычным кондиционером, который там есть. Этот вот он прям такой, знаете, вот густой-густой. Его прям можно... Я его, кстати, разводила водой. Потому что вот он настолько вот густой. Я его раз так наполовину и разводила водой и наливала в машинку. Вот, это серия Гринли. Восточный микс. Так, что у нас здесь? Какой артикул идет? Сейчас скажу. 10896. Вот такой гном Гринли. Это кондиционер у меня идет. Так, о, еще одна губка. Слушайте, я же прям забыла. Вот еще какая у меня губка идет. 13 на 3 сантиметра и на 9. То есть 13 и на 9. А это у меня губка двухсторонняя с антибактериальным эффектом. А для чего я его купила? Это тоже мои консультанты мне сказали. А вот, Наташа, ты брала, пробовала? Я к своему стыду, нет, не все еще перепробовала и сказала, нет. Они сказали, возьми, это супер губка для мытья посуды. Для тех, кто не любит поролоновые губки, а вот это вот мне прям сказали. Она с одной стороны вот такая шершавая. Для того, чтобы там, например, ну, бывают такие, да, поверхности, которые вот хочется шершавой стороной. А эта сторона мягенькая, мягенькая. И вот те, кто, вот смотрите, какая восьмерочка красивая. Вот, это для мытья посуды. У меня моя знакомая подруга, консультант, сказала, обязательно, обязательно возьми. Я себе взяла, и ты себе возьми. Ну, я, конечно же, послушала, и я взяла. Теперь буду пробовать делиться опытом, потому что она прям так восхищается, сказала нет. Вот это супер губка, которой я мою посуду. Не люблю поролоновые, а вот эту взяла. Так что я тоже взяла, но не могу, что же мои консультанты пользуются, а я сама нет. Ну, вообще, что за лидер, да, который сам не пользуется. Поэтому надо тестировать и быть, как говорится, в курсе всех дел. Еще из серии Гидрайн я взяла капсулы очищения. Ну вот сейчас осень, будем очищать. После лета, после всего-всего будем очищать свою пищеварительную систему. 60 порций, код 15773. Вот он, 15773. 31 августа сделала. Это как раз вот к этому чаю. Как раз вот к этому чаю из этой же, из одной серии. Вот я взяла для себя. Так, 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 так. Еще что? О, моя любимая зубная паста из серии Фарма 200+. Эксперт Фарма. Мне она очень, правда, нравится. С маслом австрийского чайного дерева и экстрактом голубого кипариса. Супер паста. Вот. 200+, код 16, 33, 75 миллилитров объем.
освежает, очищает, и после нее, знаете, никакой ни жвачки, ничего не хочется. Вот прям чистые, зубы чистые. У меня, кстати, когда консультанты у меня спрашивают, а какую пасту купить, а из какой серии, вот какая вот не вызывает чувство, что хочется еще доочистить зубы или пожевать. Я всегда говорю, вот, Эксперт Фарма плюс 200%. Концентрированная зубная паста от Faberlic. Шикарнейшая паста, которая освежает. И не то, что это прям грубая такая, знаете, мята прям выдирает, вырви глаз. Нет, это именно очищение. Для ухода за лицом я взяла клеточный концентрированный ночной крем из серии Гарденика. Вот так вот он выглядит. 50 мл. Код у него 0742. С экстрактом стволовых клеток Гарденики, соответственно, стволовые клетки Гарденики вот дарят жизнь клеткам кожи. Я взяла себе ночной, потому что у меня там уже натуральный от Faberlic заканчивается, и вот я как раз взяла себе на смену. И также я взяла из серии Renovage, это сыворотка-активатор жизненных сил клеток. Давно я хотела еще весной, думаю, ну ладно, летом как-нибудь так обойдусь, более такими легкими, щадящими средствами. А тут осень я решила себе взять. Вот такая сыворотка, идет с пипеточкой. Видите, вот я нажимаю, идет тут пипеточка, подтягиваем. Вот она. Вот, буду пользоваться, пробовать. Что у нас здесь, какой объем? Обычный, стандартный. А нет, не стандартный, 15 мл, еще и половина. То есть настолько вот она дорогостоящая, скажем так. Сыворотка-активатор жизненных сил, да. Вот, 15 мл. То есть это даже, знаете, я бы назвала, а не то, что сыворотка. У сыворотки обычно стандарт это 30 мл. А это вот как бустер концентрированный. То есть, видите, там есть пипеточка, и мы наносим именно в крем. В крем эти несколько капелек добавляем в крем, и потом уже пользуемся. То есть это не та в привычном смысле сыворотка, когда мы на руку и наносим на лицо. Вот это вот мегаконцентрированный продукт. Так, малофтилин. Вот я взяла крем для лица и тела. Это вообще палочка-выручалочка от всех бед. Честно. Вот это то, что должно быть в аптечке постоянно. И вот я его взяла как раз-таки. Что у нас здесь? 70912 у него код. Те, кто знаком, тот знает. Крем на основе... Так, сейчас скажу, подождите. Через кожного проводника с растительным экстрактом и маслами. То есть он рано заживляющий. Натуральные масла макадамии, жожоба, бурити, кедра, масляные экстракты конского каштана, календулы, облепихи. Ну, видите, здесь очень богатый состав. Так вот, он очень хорошо заживляет раны, синяки, от укусов комаров, вот, от обморожения, там сейчас вот начнутся прохладные времена, вот этот вот сезон прохладный, то есть можно наносить на кожу. Вот эта палочка-выручалочка, этот как раз-таки крем малофтилин. Что здесь написано? Назначение для ухода за кожей лица и тела. Вот так. Это вот в аптечке. Все, что должно быть в аптечке. И еще, знаете, какую оду я могу бесконечно петь? Это вот как вот к этим же зубным щеткам я нашла, наконец-то, дезодорант, антиперспирант из серии, опять же, Эксперт Фарма. Эффект до 3 дней. Это облегченная версия Light. Еще есть супер такая большая, там до 4 дней. Что хочу сказать? Шикарнейший дезодорант, код у него 2677. В каком-то из предыдущих 4 каталогов я как раз его покупала, и вот сколько там, 4, где-то на полгода, вот он у меня сейчас заканчивается, я беру только 2-й. Очень хороший. Чем он нравится?
он не оставляет никаких вот влажностей под мышками. То есть вот я все лето с ним проходила, у меня нет такого ощущения, жара больше 30 градусов, и ты идешь, у тебя под мышками ничего, мокриты вот этой нету, как от обычных шариковых дезодорантов, которые вообще ничего не держат. А здесь мне это очень понравилось. Конечно же, я его опять взяла. Все, супер дезодорант, который вот однозначно, те, кто хочет, чтобы подмышки были сухими, постоянно сухими, и никаких у вас разводов здесь не было, обратите внимание вот на этот дезодорант от Faberlic. Шикарнейший дезодорант. Потому что я вот сама его проверила. Замечательный. Вот люблю его до прелесть. До трех дней, и вот такая вот палочка-выручалочка. Такой дезодорантик. Ссылочку на покупку дезодоранта будет под моим видео в инфобоксе. Пожалуйста, проходите, покупайте, пользуйтесь. Шикарная серия. Ну и напоследок у меня что? У меня здесь все, больше ничего нету. Пустая коробушка, все показала. Я взяла из новинок Glam Team Makeup. Взяла тушь. Буду тестировать тушь. Код у нее, сейчас скажу. 50-201 объемная тушь, новиночка предыдущего каталога, и мне она очень-очень зашла. Хочу попробовать, протестировать ее, показать вам ее, какая. Такая вот щеточка у нее, да, вот она объемная и будет, даже судя по щеточке. Ну, посмотрим, как будет прокрашивать и как будет держаться на... Собственно говоря, на ресницах. Вот в таком футлярчике. Это все, друзья мои, и подарочная. Открыточка от Faberlic. 25 лет компании Faberlic в России с момента ее, скажем так, рождения. Уже 25 лет мы работаем для вас. Четверть века Faberlic транслирует главную идею. Красота должна быть доступной. И мы видим, как эта мысль откликается в ваших сердцах. Спасибо, что вы с нами, Faberlic, вдохновляешь на лучшее. Шикарно. Поздравительный каталог. Как раз он сейчас работает в полном действии. 16-й каталог, да. Собственно говоря, по которому я и вот эти все покупки совершила. Поэтому будет ссылочка на каталог, на онлайн-сайт, где, друзья мои, сейчас идет адвент-календарь. Не новогодний адвент-календарь, как мы приняли, ну, как принято, да, это, а это праздничный, посвященный 25-летию компании Faberlic, адвент-календарь с подарками. Каждый день какой-то свой подарок. То есть заходите, смотрите, активируете код и покупаете тот или иной любимый продукт с огромной скидкой. Вот. Все. Ах, не все. Еще не все. Это же, конечно, следующий 17-й каталог. Смотрите, какой он уже тоже праздничный. Здесь у нас праздничный с днем рождения каталог. А здесь у нас уже в преддверии новогодних праздников, потому что действовать-то он будет с 14 ноября по 27 ноября. Готовим праздничные подарки. Огромный каталог, огромный выбор. Ну и тут много чего интересного, скажу я вам. Еще не листала, но даже вот вместе с вами вот так вот пролистывая новогодние странички, то есть можно год зайца, год кролика. Все здесь. О, и тут для кухни есть кролика. Смотрите, какая прелесть. Ну, тут можно его вообще отдельно, конечно, листать. Вся эта праздничная посуда есть, и пледы, и носочки. То есть все, уже готовимся целенаправленно к встрече Нового года, Рождества. Поэтому, кому интересно, ссылочка... Зайца, мыло, зайчик. Ссылочка будет под моим видео. Пожалуйста, регистрируйтесь. Регистрация бесплатна, а еще и подарки. Подарки каждому новому покупателю есть обязательно. Сейчас идет, например, шикарная туалетная водичка от Валентина Юдашкина.
либо женский аромат выбираете, либо мужской аромат за вашу регистрацию. То есть это все бесплатная абсолютно регистрация. Берете, покупаете, и сразу же после регистрации у вас скидка 20% на любой продукт из каталога. Регистрируйтесь, будем вместе покупать, вместе дарить красоту, смотреть обзоры. Все, у меня на сегодня все. Все показала, все рассказала, все, что приобрела. До новых встреч. Ставьте лайки, дизлайки. Все пойдет. Все, все принимаю. Пишите свои комментарии, что нравится, что не нравится. Будем корректировать. В общем, жду обратной от вас связи. И до новых встреч, до новых полезных обзоров. Будем уже встречать вот этот каталог. Хотите обзор каталога, устроим. Полистаем постранично. Пишите видео, пишите, надо ли обзор каталога посмотреть, полистать, а чего же выбрать. Интересно, да? В общем, все, до новых встреч, пока-пока.